Глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже наступило утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которые вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не порвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих. Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие.
и знаем, что истина свидетельство Его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.